Можно сказать, что сейчас это одно из новых трендов – вкладываться не только в эффективность элеватора, не только в его экономичность, но и в том числе вкладываться в безопасность, в охрану труда. Риски, которые возникают при монтаже силоса, это прежде всего при его сборке. Вся оснастка должна проходить специальный ввод в эксплуатацию, она должна соответствовать документации. Второй момент в процессе эксплуатации – попадание рук, ног, одежды, людей в незащищенные места оборудования, там, в крутящиеся элементы оборудования. Соответственно, очень важно, и мы всегда уделяем этому внимание, что оборудование должно соответствовать всем нормам, все движущиеся части должны быть закрыты, все осмотровые лючки должны обязательно идти с решетками, для того, чтобы туда нельзя было, опять-таки, не дай бог, там, рукавом, ногой, еще чем-то по неосторожности попасть. До сих пор есть проблемы, например, с неправильной загрузкой и выгрузкой силоса. Сейчас практически все, действительно все элеваторное оборудование оснащается автоматикой. Автоматика, во-первых, сразу прекращает работу оборудования в случае, если открываются там те или иные крышки, кожух защитный снимается там с редуктора. Сейчас мы ставим сушилки с логомерами, соответственно, не нужно туда там вставлять выгрузной бункер или залазить тем более наверх сушилки и мерять, какая влажность входящая или исходящая, можно доверить это автоматическим приборам. Во-вторых, как бы в случае там любого возгорания, опять-таки, нет необходимости заглядывать в сушилку, специальные датчики температуры все это проконтролируют, отключат. То же самое касается по силосам. Например, большая проблема – это самосогревание зерна. Сейчас мало того, что термометрия позволяет смотреть за температурой, которая, ну, в режиме онлайн, и насколько она растет. Более того, сейчас уже есть алгоритмы, которые отслеживают и при росте температуры, например, больше, чем там, 10% за определенный период, они еще и сами включают вентиляторы. То есть даже если будет халатность персонала, все равно туда не придется залазить, там потом эти коржи там, каким-то образом бить ломиками для того, чтобы это все выгрузить потом. Действительно, очень много оборудования, которое сейчас поставляется в Украину, оно не соответствует нашим нормам охраны труда. Прежде всего, это касается по удобности лестниц, по наличию площадок отдыха. Очень многие на этом экономят. На самом деле, в цене силоса это там, от 1 до 3%. Покупатель часто, он не эксплуатант, он не понимает ценности этого. Мы всегда делаем и на сушилках, и на силосах площадки обслуживания вверху. Перила ограждающие, которые широкие, удобные, которые позволяют персоналу не забывать об обслуживании и пользоваться всем этим с удовольствием.